А сегодня заполярная актриса Екатерина Ефремова в рамках Дней северных стран читала скандинавские сказки. Ее выступление сопровождалось звучанием северных мотивов в областной детско-юношеской библиотеке. Услышали знакомые всем с детства. Муми-тролль и Карлсон, который живет на крыше. Все это превращалось в мини-спектакли. Это будет чтение сказок северных стран Норвегии, Швеции и Финляндии. Помимо сотрудников библиотеки, которые принимают в этом участие, здесь будет профессиональная актриса Екатерина Ефремова, которая замечательно работает с детьми. А детки будут самые маленькие. Это те ребятки, которые посещают воспитанники детских садов, которые вот посещают детские сады. Само мероприятие будет проходить уже на фоне выставки норвежских рисунков по норвежским сказкам норвежского писателя Асбьёрнсона и Му. Это такая форма чтения, я всегда говорю, максимально живая, приближена к домашней атмосфере, когда каждому из нас читали в детстве книги, мамы, папы, бабушки. И мне очень... тоска какая-то по этой вообще по этой культуре. И, собственно говоря, вот я беру книжку и читаю. Это не какой-то спектакль, это нет отработанных очень там ролей, персонажей. Но мы всегда же, когда читаем, мы немножко перевоплощаемся, когда есть там речь героя или там какие-то характеры, все равно немножко ты в это играешь. Конечно, игровой момент присутствует. Но это, повторюсь, абсолютно живой, где-то импровизационный, непостановочный такой материал.